Ты чё, с моим другом драться вздумал? Глупец. Балки сломаешь, он. Блин, эти глифы. Вот количество глифов, конечно, почему они не сократили, я не знаю. Такое удушение от этих глифов бесконечных. Как было, так ничего и не поменялось, да? Все еще 48 глифов. Ты вроде выиграл драку, вроде еще драку. Ну, глиф, 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 глиф. Еще глиф, еще, пожалуйста, вам глиф. Вот еще вам глиф. Еще. Они все сдохли от бандов, тупо. Эй, медась! Ой, вы чесались так всю жизнь. Патрули развернуться. Да впадло тащить просто на базу, понял, курицу там продавать. Проще разбить. Чтобы никому не досталось. Почти нас всех убил, кстати, на чураке. Я уже видел, как мы все умираем. А он регенится, как лютый зверь. Но повезло. Ладно, ребята, они здесь. Не советую к ним подходить. Эти ебать будут. Все, идут ебать, смотри. Да, было бы забавно, если бы он сдох сейчас от этого. Порал бы. Там не так много дэмэджа. Да, они в киселе, чел, они не двигаются, они в киселе. Зай он киселек. Спасибо за игру, парни. И Ярик. А, спасибо. Я тоже парень вроде. Типа, спасибо за игру, парни и Ярик. Типа. Непонятно, кто такой. Так. А что мне говорят люди, посмотри, сколько ММР дали. А как я должен посмотреть, сколько мне ММР дали? Я не знаю. Мне дали 2% уверенности после этой игры. Вот что мне дали. Было 17.
Но тут, конечно, да, очень слабые enemy были против. Я не знаю, у меня ощущение, что сейчас, конечно, с этой системой рейтинга происходит... Ну, может быть, в начале это так происходит. Может быть, попозже будет получше ситуация. Мне кажется, тут куча людей играют... 3-3-2-2, что? Ой, куча людей сейчас не на своем рейтинге, так скажем, оказались. Кто-то ниже, кто-то выше. То есть нужно какое-то время рейтингу, чтобы устаканиться, по ощущениям. Плюсик нажми, там ранг какой плюсик? Вот этот плюсик? Ну, ранг. Какой плюсик? У меня только такой есть. Нихуя нет. Ничего. Хорошо. Так, а чё в игры зайди? Что там будет? Ну вот, игры. Куда зайти? Куда зайти? Чего? Куда? Нет, я выбираю героя, игроков. Ну, откуда я знаю, кого я должен выбирать, блядь? Да не, я все, я не хочу. Предпочтение команды, что за тьму хочет играть? Так. Жека Понос, блядь, берем. Жека Понос, ты в моей команде. Блин, чекушка, это он за меня играл или чё? Прошлый, я помню, он в прошлой был игре. Чекушка. Не? А не, погоди, это не та игра. Чекушка на Гирыча бах. Но чекушка, он на частичная поддержка. Жека Понос, ты на ком играть? Роль какая, а то я не шарю. Любая роль, все тогда. Тогда нормально, тогда беру чекушку и за XT хуесоса. Очередь врага выбирает. Жека Понос, чекушка и за XT хуесос. Это ли не лучшая тима вообще, которую можно собрать, соли, блядь? Нормально, да, сейчас поебошим. Ваш черед запрещать героя. Так, запрещать... Что? А почему я... Нормально. Почему у меня часть героев... Я что-то нажал, что ли, или что? Почему у меня часть героев серая? Так. А кто в мид пойдет от этих на жестко? Давайте я пацаны. Блин, я хочу луну взять. А. Не, я могу на саппорте на луне пойти. Конечно. Ну фарминг я не люблю, не фанат. Че, луну мне что-то поменяли? Длительность оглушения уменьшена. Что? Длительность эффекта от применения с геймшарта увеличена. Длительный. Дополнительный урон с применением говно, блядь. Что это? Длительный урон для союзников уменьшен. Теперь дает валить способность удвоенный пункт к урону. Ага, блядь. Дополнительный урон для союзников уменьшен. Привет. Лар Блейсинг. Не, мне ульт нужен. Ничего не меняет. А тут что? Что-то поменяли? Таланты, шар. Что-нибудь. Луну вообще почти не трогали, да, получается? Её как кэрри усилили, да, это проблема. Да ебаный рэд! Ничего, нормально, у нас фулл тима против Тинкера героев, мы будем ебать его.
Так, у меня спектра, и я могу в лес пойти. Спектра может в лес пойти, можем все в лес пойти.